фотографии 2000 участников Великой Отечественной войны своих фронтовиков. Ну а сегодня в нашем городе Чебоксары, который в седьмой раз принимает участие в этой замечательной акции, более 20 тысяч участников отдают дань почтения и благодарят своих фронтовиков, тех, кто приближал победу, для того, чтобы мы с вами смогли жить мирно, спокойно и достойно своим ветеранам. С праздником, с Днем Победы! Ура, друзья! Летающий в небо на комнате бесконечной звезды. В качестве сюжета было взято образ из песни «Журавли» Яна Фрэнкелева.